часть 96-я. Портал. И мы всех победители, мы короли мира, мы суперкрутые. О, наших покемонов лечат, Барри, спасибо большое, дружище. А теперь он куда-то свалил. А вот и сам Крайсис. Посмотрим, что он нам скажет. Каждый готов... все готово к созданию нового мира. Сейчас все придет к концу, и все начнется заново. Он говорит, что, мол, ему не помешают никакие покемоны с озера, потому что он их запер в свое убежище, которое мы, кстати, освободили уже, чего он не знает, надеюсь. Бла-бла-бла, я создам портал в иной мир. О боже мой, что это такое? Что это такое? Диалга, мистический мастер времени и другие палки, мистический покемон и мастер космоса и какой-то еще херни. О боже мой, они приходят. Мне страшно. Вот это Диалга. Это палки. Короче, он говорит, что Диалга и палки создадут новый мир, где он будет единственным правителем и все такое. В общем, в духе Доктора Зло. Ну и внизу экрана, вы не видите, но я вам расскажу, что появляются три покемона. Юкси, Азелф, еще кто-то там. Я уже забыл третьего. Я перенесу сейчас вниз немножко экран. Итак, Крайзис у нас продолжает говорить, мол, бла-бла-бла. Точнее, его не Крайзис зовут, господи, его Сайрос зовут. Не путайте. Бла-бла-бла. Юкси, вот говорит Азелф, и Мисперит, конечно же, Мисперит. Покемоны типа защищают Сино, но, он, как он говорит, ему пофиг на эту защиту, потому что он овнит всех подряд. Бла-бла-бла. Хорош болтать уже. Сейчас... Ну, типа, говорит, что он нас простит за то, что мы разнесли его базу. И теперь он готовится к созданию нового мира. Боже мой. Что же сейчас будет? Что это? Это же... Это же Кератина? Интересно. Этот покемон только появляется только в тени. Бла-бла-бла. И тут же к нам приходит Синтия, говорит «Нет!». И тут же у нас в этот портал прыгают все покемоны Юкси, Азелф и... кто же там, Мисприт.
Это Юкси или Нисквит? Я не знаю, если честно. Да, мы поняли. Иди в портал уже. Я, к сожалению, плохо разбираюсь, опять же, в четвертом поколении. Но я надеюсь, что это нам не помешает. Гератина в потустороннем мире, и мы должны туда отправиться, судя по всему. Но я не знаю, а вдруг в потустороннем мире Синтия покажет там свои сиськи. Так, да, я готов, да. И вот этот портал в потусторонний мир. Мне страшно. Привет, Синтия, ты что, за мной шла? Да. Это совсем другой мир, здесь другие законы. Примерно как в Китае. О, Гератина. Спасибо, капитан Очевидность, что сказал, что нам это Гератина. Я и так уже сказал это секунду две назад. Мы должны торопиться, говорит она. Если что-нибудь не сделать, то мир, который мы знали, будет разрушен к херам собачьим. И с этими словами она уходит. Вот. А что могу я сказать про это место? Это место гигантский просто пазл. Здесь нет покемонов, здесь нет тренеров. Здесь просто другой мир, в котором нам нужно выжить любой ценой. Итак, где мы сейчас? Синтия что-то нам говорит, ты сваливает. Ну что ж, надо пойти за ней. Так. Нисквит. Она нам, видимо, или он, или она показывает нам, наверное, дорогу. Что ж. Надеюсь, что эта дорога правильная. Я, к сожалению, не проходил ни разу это место. Я проходил, конечно, Pokemon Diamond and Pearl, а вот Platinum не проходил никогда. О, опять Синтия. Привет, Синтия. Как дела у тебя? Покажи сиськи-то. Нет, не хочешь? Ну ладно, смотри на меня. Блин. Хрен поймешь. Что куда? Так, наверное, вот сюда вот. Итак. Куда же дальше? Наверное, сюда. Нет. Наверное, сюда тогда. И теперь вот сюда. Я, похоже, начинаю понимать всю фишечку. А затем, наверное, нам надо сюда. Ну, а дальше куда? О, круто, это лифт. Что-то я не врубился. Давайте сюда. Эта штучка должна нас еще ниже опустить. Отлично. Вроде я пока двигаюсь в правильном направлении. Или нет? О, да, все нормально. О, это же Сайрос. Мол, говорит, что бла-бла-бла, ты меня не остановишь и все такое. Я тебя порву на мелкие кусочки и прочее, прочее. Ну, в общем, как настоящий доктор Ло. Ну, рассказывать про баланс в природе. Но весь этот баланс... Про весь этот баланс мы еще слышали в Pokemon Emerald. Так что неинтересен этот бред. И... Так, репел закончился, но это не важно, на самом деле. Так, знакомое место. Вот куда идти? Оно вот сюда вот. Да, я был прав. Тут, видимо, лифт, он нас отвезет вниз.